Итак, друзья, еще одно умозаключение. Непонятное мне, конечно, но констатирую факт. Аппарат у меня как бы не сильно разряжен, поэтому много он есть не хочет. Но вы как видите, вот лежит 9500 Pro. Провод идет в зарядку беспроводную, если кому интересно. Вот. Мы видим 9 вольт. Берем, снимаем этот провод. Снимаем телефон, чтобы зарядка обнулила данные. Берем, втыкаем другой провод, который на глаз толще. Ясен пончик, должен проводить больше ампертраж. Подключаем. Извините, что мы видим? Мы видим 5 вольт. Разбираем всю эту construction. Собираем заново. Ядрен батон 5 вольт. Кладем на нее телефон. Мы видим, что у нас с амперами все офигенно. Просто классно. Он тут до 1,7 иногда прыгает. Я вообще офигел. Но он кочегарит на 5 вольтах. Вот как так? Провожу обратный эксперимент, чтобы не было подозрений в том, что я как-то жулю. Убираем провод этот. Возвращаем тот, что потоньше. Но на котором было 9 вольт. Опять разбираем всю конструкцию. Вот, да. Собираем заново. Вот он рисовал 5 на какие-то секунды, и все, заряд кончился. Подключаем. Ну что мы видим? Мы уже сразу видим 9 вольт. И причем телефон я сейчас положу, и у нас ничего никуда не просядет. У нас как было 9 вольт, так 9 вольт и останется. Получается, что и от провода тоже зависит вольтаж. Вот это меня как-то сейчас шарахнуло. Так что, господа, я, как бы это без мата обойтись, в офигении, я не понимаю, что происходит, и я понимаю, что дома я буду проверять все провода. Потому что у меня многие видели видео с зарядкой-ночником, на ней был вот этот провод. Так он тоже вроде 9 вольт дает, с потерями, вроде как, ну вроде как 9. То есть этот провод, я думал, более мощный, нифига подобного. Чтобы он был особо мощнее, я не заметил. Иди. Не знаю, видно там или нет, в камеру сейчас наеду. Вот у нас опять 9 вольт. Кладем телефон. У нас 9 никуда не делось. Да хотя, в принципе, и потерь нет, провод такой же получается. Хотя визуально он мощнее, я думал, будет круче. Нет. Вот такая вот билибердистика. Если кто умный, подскажите, каким образом этот провод, где он там, вот, режет, делает только 5, до 9 не поднимается, и почему другие поднимаются, в чем разница? Как вообще за этим всем следить? Все. Вот такое вот маленькое включение. Всем пока, удачи, чао, и надеюсь на подписку.